Скажите, какие люди? Добрые или злые? Почему так терпят? И что тебя щекочет? Люди, ну и люди. Один понимает, а другой не понимает. А есть такие, которые ж вовсе не хотят понять. Ты читай книги, а не бормочи. В книгах, когда неправильное, должно быть все сказано. Ты ищи. Есть правильные книги. А я знаю. Есть запрещенные книги. Их читают ночью. Что такое? Что ты врешь? А я не вру. Меня про них поп на исповеди спрашивал. Да я и сам видел, как их читают. И плачут. Кто плачет? Кто читает? Длинноволосый человек. Проснись, бредишь. Конечно, где-нибудь и есть что-нибудь скрытое, правильное. Не быть его не может. Не может не быть. Не может.